Знакома ли тебе ситуация, когда девушка не отвечает на твои сообщения, игнорирует ваши договоренности, и ты понимаешь, что что-то идет не так? Я здесь, чтобы помочь тебе разобраться в этом. Почему девушки динамит? Девушка – это постоянно изменяющееся существо. Ее настроение может меняться, как погода в апреле. Возможно, ей нравится другой тип парней, но сказать она почему-то об этом тебе не может. И это не значит, что тебе сейчас нужно срочно поднимать огромные веса и выбирать эскиз для татуировки. Просто у девушки другие предпочтения. Девушка может чувствовать себя очень уязвимой. Она боится по уши в тебя влюбиться и боится, что ты ее обманешь, так как сделал ее бывший. Если ты готов изменить ситуацию и перестать быть мужчиной, которого динамят, переходи и забирай бесплатную статью по ссылке в закрепленном комментарии к этому видео.